хотите вырастить авокадо у вас на окне, не выбрасывайте косточку авокадо, просто бросьте ее в стакан с водой. И она обязательно прорастет. Вот это корни авокадо, которому, в принципе-то, всего почти 3 недели, как я его посадил в воду. Ну вот зубочистками я сделал вот такие распорки, чтобы он не переворачивался. И важно, чтобы он где-то половину или 2/3 находился в воде. Тогда он быстрее прорастет. Кстати, мне водички надо подлить. Когда будете подливать воду, обязательно берите отстоянную, либо фильтрованную воду. Из-под крана не стоит. Ну, категорически не стоит, потому что хлорированная вода, которая идет из-под крана, она просто убивает все живое. И вы можете загубить свое замечательное дерево авокадо. Вот пока я подливал и промывал стенки немножко от налета, я поменял полностью воду. Отвалилась одна зубочистка. Ну, я уже не буду ставить, он достаточно хорошо держится. Вообще, в принципе, говорят, что можно просто растить его так вот в воде, не пересаживая в землю. Либо, если вы решитесь пересадить землю, то очень важен влагообмен и определенная температура и влажность постоянная причем. Так что смотрите, стоит ли вам заморочки такие, потому что в земле выращивать авокадо намного сложнее. Хотите вырастить авокадо у вас на окне? Не выбрасывайте косточку авокадо, просто бросьте ее в стакан с водой. И она обязательно прорастет. Вот это корни авокадо, которому, в принципе-то, всего почти 3 недели, как я его посадил в воду. Ну вот зубочистками я сделал вот такие распорки, чтобы он не переворачивался. И важно, чтобы он где-то половину или 2/3 находился в воде. Тогда он быстрее прорастет. Кстати, мне водички надо подлить. Когда будете подливать воду, обязательно берите отстоянную, либо фильтрованную воду. Из-под крана не стоит. Ну, категорически не стоит, потому что хлорированная вода, которая идет из-под крана, она просто убивает все живое. И вы можете загубить свое замечательное дерево авокадо. Вот пока я подливал и промывал стенки немножко от налета, я поменял полностью воду. Отвалилась одна зубочистка. Ну, я уже не буду ставить, он достаточно хорошо держится. Вообще, в принципе, говорят, что можно просто растить его так вот в воде, не пересаживая в землю. Либо, если вы решитесь пересадить землю, то очень важен влагообмен и определенная температура и влажность постоянная причем. Так что смотрите, стоит ли вам заморочки такие, потому что в земле выращивать авокадо намного сложнее.